Меня зовут Юрий Лившиц, я учился на математика по программе «Специалист 5 лет в университете», потом еще 2 года в аспирантуре и досрочно защитил кандидатскую диссертацию по математике. Выбрал математическое образование я по следам своих успехов в математических олимпиадах. У меня сейчас 2 проекта. Один проект — это сайт с видеолекциями «Премия внимания». У нас участвовало в конкурсной программе около 700 видеолекций, еще 200 отдельных видеосайтов с коллекциями видеолекций. И сейчас у нас есть довольно полный каталог, лучший, наверное, в России каталог образовательного видео по всем там тематикам. Второй мой проект, мы готовим к запуску большой коворкинг-центр. Коворкинг-центр — это место, где люди параллельно работают каждый над своим проектом, но на общем там открытом пространстве плюс несколько там закрытых кабинетов. Что касается совета, кем быть и куда идти, я думаю, очень-очень важно, чтобы наши самые талантливые ребята, да на самом деле все, кто хотят достичь успеха и для кого это может быть разумная дорога, шли в растущую индустрию. Сейчас я могу вам посоветовать 5 индустрий, которых нас ждет колоссальный рост. Во-первых, здравоохранение. Во-вторых, энергетика. Третья область – это технологии. В-четвертых, образование. Нас ждет взрыв частных школ. А номер 4 – это транспорт. Там будет очень много новых вакансий, очень много нового роста. Второй совет. Инвестируйте в здоровье. Мы живем в мире креативной экономики, когда рутинная работа ничего не решает. Поэтому, инвестируя в свое здоровье, вы продлеваете свою креативную жизнь не на 10%, а там в 5 раз. Третий совет – сделайте офигенное портфолио ваших проектов. Чем больше проектов вы сделаете, тем лучше. Поставьте свою оперу, снимите свой фильм, напишите свою книгу, сделайте свой блог, проведите свою конференцию. Чем больше у вас есть проектов, тем больше вы ценны. Четвертое правило – получить международный опыт. Поезжайте на стажировку, поезжайте просто как турист, и потом приходите на все конференции там без приглашения и встречи там программистов, встречи профессионалов вашей области. В заключение хочу рассказать о такой английской цитате. What would you do if you knew you could not fail? Что бы вы делали, если бы вы знали, что вас обязательно ждет успех, вы не можете провалиться? Ответьте на этот вопрос, и вы поймете, чего вам на самом деле хочется. И если у вас есть сомнения, если вы не знаете, если у вас очень мало вариантов, между которыми вы выбираете, значит, вы просто не знакомы с достаточным количеством примеров. Да, вы знаете своего классного руководителя, вы знаете профессию своих родителей, но мир очень многообразен. Ищите больше примеров. Выйдите в интернет, посмотрите все возможные профессии. Вот в этом вам поможет передача «Полезное образование», встреча с разными людьми из разных профессий. Поймите, как можно, чем больше примеров вы видите, тем лучше вы знаете, кем вы можете стать. А дальше задайте себе этот вопрос. Если вселенная дружественна, если вы можете добиться всего, чего хотите, что бы вы делали? Что бы вы делали через 5 лет, через 10 лет? Что бы вы делали завтра, если бы вы ни в чем не могли знать неудачи? Успехов!